Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Я очень часто задавалась вопросом, чем людей привлекает Hyundai Creta. И на момент принятия решения, куда поехать, я поехала лицезреть эту машинку. На наших дорогах она встречается очень часто. Основные цвета, конечно, белый и рыжий. У меня нет сомнений, что эта машина очень привлекательна и стильно выглядит. Если смотреть на нее спереди, то бросается в глаза решетка радиатора и формы у фар. Цена на данный автомобиль 1 485 000. Но это двухлитровый и полный привод. Тебе очень идет красный цвет. Да, я знаю. На самом деле очень удобное сиденье, очень удобно сидеть. Удобно? Они хоть вроде и жестковатые такие на ощупь, да? Ты не проваливаешься в них. Но они. Они комфортные из-за того, что кожа, да, еще? Да, да, да. Она еще и перфорированная такая, с дырочками. Да, да, это такая не будет потеть у меня в машине, на самом деле. Ты помнишь, мокрая? У меня попа мокрая вся. Да, да, да. Очень приятно, прям очень приятно на ощупь. Здесь это мягенькая торпедка. Тоже с дырочками, что ли? Ой. Такая, да, тоже приятная. Очень приятная на ощупь. Прям под кожу сделали. Подогрев сиденья, наверное, все должно быть, да? Подлокотничек такой. Маленький, правда, но... Сюда можно что-нибудь положить. Местечко. Тебе надо за руль сесть. Думаешь? Я уверена в этом. Давай, попробуй. Там твоя грудь в кадр вошла. Ой. Ой, тебе так классно вообще. Да? Я поднимаю. Там тоже так, да? Все, да, в ручном, да, да, режиме, да? Тоже в ручном режиме. Ну, вот спинку поднять. Ой, я прям сделала. Табуретку. Табуретку сделала, да. И поднимаем сиденье. Так, а это я подвигаю. Пододвигаю сиденье, получается. Вот так. Слушай, удобно на самом деле. Удобненько? А руль там внизу регулируется по вылету, наверное, да? Слушай, ты просто можешь даже поднять, просто даже, ну, есть там такой вот рычажок? Рычажок есть, да. А, вот так, да? Да. По наклону получается. Ну да, вот ниже, выше. Да. А на себя никак. На себя не идет, да? Пробег 2 километра. Ух ты, блин, тут на ней катался уже. По салону, наверное, здесь. По ночам охранник. Ну, наверное, пригнали же ее сюда как-то. Ну да. Да. Очень удобно, мне нравится. Автомат у нее, да? Да. Да, автомат. 4,5 миллиона, говорю. 1,4 миллиона она стоит. Довольно-таки приличная машинка. Кнопочка аварийки. Зеркало. Угу. И с этой стороны тоже не закрывается. Угу. А с этой стороны не закрывается. Угу.
Ну-ка, сзади посмотрим, хватает там места. Сзади мои вещи. К сумке подходит твоей? Колоночка на двери, смотри, какая. Кармашек под бутылочки. А, чехлы снимаются, чехлы на молнии, то есть их можно снять, почистить, наверное, да? Два человека здесь влезет, в принципе, и даже три влезет человека. Ремни безопасности. Ты здесь прям так уже расположилась своими вещами, да? Ну да, да. Кто-то здесь уже ремень пристегнул. Угу. А, он там засунут. Я хотела откинуть сидушечку. Ну ладно. Давай я беру вещи, чтобы с ней поймали. Да нет, она мне не мешает, спасибо. А надо, наверное, открыть багажничек, показать, какой багажник, какая вместительность. Или, может, не надо открыть? Да нет, можем сами открыть его. Ну, слушай, коляска точно туда войдет? Коляска, да. Здесь надо будет, да, здесь запасочка. Полноценное, кстати, колесо, запаска, не докатка. А у меня докаточка маленькая, такая смешная. А это что такое? Это, наверное, опускается сиденье. Там какие-то крюки цепляются, да. Какой-то крюк. Фу, так пахнет. Чувствуешь? Чем-то невкусно пахнет. Так все достойно сделано, да. Двухлитровый полный привод. Исходя из отзывов, эта машинка хорошо себя показала на грунтовых дорогах. Устойчивая, хорошо в управлении себя ведет, но использовать ее в таком режиме постоянно не рекомендуется. Все-таки эта машина предусмотрена для города с хорошим покрытием для дорог. А если так, только в виде исключения можно ее использовать. Ну, конечно, они молодцы, поставили машину в таком выигрышном красном цвете. От рябины выгода 30 тысяч. Кстати, обратите внимание, литые диски. Кнопочка бензобака находится в салоне. Настройка фар. Настройка зеркал. Да у нее камера заднего вида. Задние партроники. Я не обратила внимания, спереди имеются партроники. Соответственно, все дополнительные приблуды будут за отдельную плату. Полный привод предусмотрен только с механической коробкой передач. А здесь представлены варианты цветов. По вашему желанию могут покрасить
в данный цвет, выбранный вами. Вариантов очень много.